Вот уже 15 лет Республиканская федерация гибкого пути в канун Нового года проводит турнир для начинающих дзюдоистов. На этот раз он собрал в Чебоксарах почти 150 мальчишек и девчонок. Как убедился наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин, юный возраст участников турнира мастерству не помеха. Награды разыгрывались в 9 категориях у мальчиков и 6 у девочек. Первыми определились с обладателями медалей самые легкие дзюдоистки. В категории до 26 килограммов было заявлено 9 участниц. Сито отборочных схваток без поражений сумели пройти воспитанница первой новочебоксарской спортшколы Даша Данилова и подопечная 10-й школы Олимпийского резерва Лера Шакеева. Она с красным поясом. Несмотря на возрастные ограничения в применении технических приемов, юным дзюдоисткам удалось показать весьма грамотную борьбу. Ну а бросок через спину с последующим удержанием принес победу четвероклассница 48-й чебоксарской школы. В этом году я участвовала на соревнованиях под дзюдо. В Новочебоксарске я заняла второе место, а в Чебоксарском «Спартаке» я выиграла первое место. В общекомандном зачете победу одержали юные дзюдоисты спартаковской спортшколы, на счету которых 6 золотых, а также по 5 серебряных и бронзовых медалей. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.